Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 10 октября. У меня сегодня день рождения, так что поздравляйте меня. Я вот сам себе решил устроить подарок. Не справлять день рождения дома. Тем более говорят, что этот юбилей нежелательно справлять. Я решил отправиться в путешествие. Еду вот в Грецию, в Лептокарию. На заднем плане вот наш автобус. Мы вышли на таможне. Погодка не может не радовать, светит солнышко, хотя с утра было пасмурно. Температура где-то плюс 17, плюс 18, это сейчас еще у нас только 11 дня. Думаю, к обеду будет еще теплее. Ну вот, первое видео записал, дальше буду, как обычно, все по чуть-чуть записывать и выставлять. Все, всем пока, до встречи уже в Греции. Друзья, первая такая основательная остановка после таможни. Мы уже в Румынии. Селон, город ПГТ, называется Попешти. Наконец-то мы остановились. Судя по желтым лицам пассажиров нашего автобуса, я так понимаю, что не только я хотел выйти, но они тоже. Остановочка 40 минут. Здесь вот на улице у нас продаются винограды, фрукты. Там внутри сказали, что есть какой-то бар, столовая, что можно перекусить, что, собственно говоря, я сейчас и сделаю. У нас уже на часах 4:30, уже где-то больше четверти пути я проехал. Следующая остановка, наверное, тоже будет еще в Румынии, ну, я уже выйду на связь. Снаружи выглядело как совок, а внутри достаточно мило и уютно. Сейчас мы присядем, будем отведывать румынскую кухню. И что я могу пожелать себе? Бофтабона. Остановка у нас 40 минут, заказ я уже сделал. Решил так не скучать, а вот с бабушкой рядом присесть. Чуть тоже так подзаработать. Глиняные скульптурочки, вот дедуля тоже колымет. Ферма. Качелька, фонтанчик. Очень даже и на улице уютно. И главное, тепло. У нас еще одна остановочка. На часах уже почти 12. Больше, чем полпути уже мы проехали. Это снова Румыния. Городочек называется Джурджуиу. Джурджуиу. Ну, немножечко, может, надо с более румынским акцентом говорить, но у меня это не получается. Едем дальше. Ну, вот мы сделали еще одну остановочку. Это уже у нас Болгария. Город называется Златна-Палига, как он и сказал. Переводится «Золотая река». На часах у нас 3 часа ночи. Улица, честно говоря, прохладненько, не как днем. Это около 10 градусов. Надеюсь, что в Греции будет потеплее. Ну что ж, наконец-то мы добрались. На часах 10 часов утра. Ехали мы, получается, ровно 24 часа. Солнышка пока нету. Пасмурно. Ну, будем надеяться, что к обеду распогодится. Но не холодно. Где-то плюс 16, плюс 17. Хотя ночью, когда ехали, было прохладно. Я даже немножко замерз. Спустился к водителю. Попросил включить печку. Потому что приснился даже сон, что я плыву на льдине. Пою песенку «Мамонтенка». Вот. Наши все вот с автобуса уже вышли. Отель вот на заднем плане. Балкан. Этот отель хорошо знаю. Черный пакет, вот я забыл. Я этот отель хорошо знаю. Где-то 3
или 4 года здесь уже отдыхал. Вот. Он со стороны кажется таким маленьким, но в глубине там, насколько я помню, трехэтажные такие мини-отельчики по кругу сделаны. Там посередине бассейн тоже есть. Ну, сейчас уже внутри я вам все покажу. Делаю небольшую экскурсию, пока нас заселяют. Вот Балкан Хотель показывал. Такая вот террасочка на улице. Здесь вот где автобусы приезжают. Там прямо напротив магазин. Два квартала наверх и направо еще один магазин. Мне вот подсказали, что там намного больше выбор и цены самые дешевые. В ту сторону я просто здесь уже был. Там еще квартала 4, магазин Lidl есть. И давайте я вам проведу небольшую экскурсию по самому отелю. Здесь у нас вот рецепция. Рецепшн. Девушка, правда, на русском еще не говорит. Так, здесь давайте я покажу вам. Я буду жить на первом этаже, я просто уже знаю номер, в нем сейчас просто убирают. Там 106, по-моему, выход окон у меня вот прямо на бассейн. Так, здесь у нас вот такая типа ресторан а-ля столовая. Здесь мы будем завтракать, обедать и ужинать. Вот где-то здесь будет выходить мой балкончик на первом этаже, прямо на бассейн. Не знаю, что там, бассейн теплая, вода не теплая. Вот можно на улице присесть. Ну, такой немножко совковый вариант, конечно, не Турция. Но за эти деньги, я, кстати, не говорил, путевка обошлась 119 евро. Это с дорогой, с жильем, все вместе. Я посчитал, что это недорого. Тем более в Турции я уже сегодня был. Сегодня, в этом году. Так что недельку провести в Греции. Ну, заселюсь, покажу вам уже номер чуть позже. Так, номер нам достался 106. Давайте я сделаю вам небольшую экскурсию. Я уже заходил, здесь очень прикольно и уютненько. Так, вот получается душ, туалет, раковина, что там, фен. Вот такая мне досталась спальня двухместная с такой бабочкой. Здесь что у нас? Телевизор, небольшая плазмочка, зеркало. Минимум кондиционер и вот прекрасный балкончик на два места с видом, как я и ожидал, на бассейн. И вот такая здесь встроенная кухонка, двухуровневая плита, вытяжка, умывальник. Что здесь? Холодильничек. Что здесь там? Холодильник. Навряд ли что-то поставили, сейчас посмотрим. Ну да, пустовато. Пойду сейчас в магазин, буду затаривать. Ну все, буду разселяться. Так, вот немного селфи-палка я себе решил поснимать.